сегодня у нас вот такое доброе утро, вот таким завтраком. Горох с картошкой. Жиденькое что-то, как тушеная картошка. А вот это как будто из манки, что ли, потому что разваливается. Какая-то лепешка. Угу. Из манной крупы. Вкусная, кстати. Угу. И вот такие две. Из манки? Из манки, а да. Говорили, из банана. Из банана, ну пробуй. Из банана. Нет. Пицца. И вот эта лепешечка пузатенькая, она потом вдувается. Как она называется у них? Пури. Картошка тушеная с томатным соусом. Может, это перец. Ну нет, не острая. И арбузик. И еще кашу вот такую взяла. Уже попробовала, но какая-то водянистая. Последний день сегодня на пляже. Завтра утром мы улетаем. И вот сегодня рыбаки. Мы уже пришли с Оксаной поздно. Не увидели улов. Они сейчас раскладывают сети, сушат. Но говорят, здесь и рыбки были, и даже змеи были пойманы. Ой, тут эти остатками питаются. Вот то, что осталось. Вот маленькие рыбёхи. Вот такие маленькие рыбёхи. Сейчас их вороны все сожрут. Расстелили на пляже. Грузила. Камни просверливают. И вот так вот вешают. Теперь я понимаю, откуда мои камни с дырочками. Вот. Вот такие камни. Я набрала вот таких камней, и прямо в них дырка. Это вот от сетей как раз. И моя зайка бежит за мной. Пойдем купаться. Пойдем купаться. У меня нету ничего. Пойдем купаться. Пойдем. Пойдем, моя любимая собака. Моя любимая собачка. Только ей ношу еду. Потому что красивых собак все кормят. И маленьких все кормят. А ее все гоняют. Да? Пойдем. Тебе надо морем лечить твои болячки. А так ты не вылечишься, так и будешь чесаться. Пойдем. Девочка. Девочка заболела, и никто ее не полечит. Ну, пока я здесь, она сытая хоть. Я ей ношу много. Причем, если чуть замешкается, тут же набегают другие собаки или налетают вороны и все отнимают. Поэтому я ее либо в море заманиваю, кормлю, либо охраняю, стою. Моя рыбка, пойдем купаться, а? Пойдем, лисичка, пойдем, чернобурка моя. А это что у нас тут? О, блин, змея. Это они змею поймали, вот она. И что, голову скрутили, батюшки? И вон змея. Гасли. Ей голову оторвали. А вот там тоже змея, вон то, что лежит такое. Мне кажется, это тоже змея. Видимо, все эти попадают. Ничего себе в море, какие змеи водятся. Ой, вот еще. Вот. А это с головой, нифига себе. И вот лежит змея. Да. Это вот они из сетей их выловили и побросали тут. Вот три змеи вижу, но, наверное, было больше. Ну, воронам есть что кушать. А они собак атакуют. Змеи для них невкусные. Ну, сегодня уже нормальное море, можем купаться. Сейчас пойдем с Оксаной.
спокойненько все стало. Сейчас фотоаппарат положу и пойду покупаться. Или сейчас пойду покупаться. А здесь ямок нарыли. О, везде ямок нарыли. Как крабики. Сегодня уже песок такой плотный. Спрессовался. Сегодня у меня день рождения. Оксаночка меня с утра поздравила. И всем спасибо за поздравления. Утром специально открыла интернет, прочитала все, всем ответила. Всем спасибо огромное. Завтра уже улетаем. Я рада. Я рада, что у меня день рождения. Оксана мне подарила гранатовый комплект. Камешками граната, серебряный комплект, серьги, кольцо и подвесочку. Я вам потом покажу. Очень красивый. Я сама выбрала. Я хотела сама рассчитаться, выбрала себе такое украшение. Смотрю, Оксана деньги достала и рассчитывает. Так приятно. Оксаночка, спасибо тебе. Море вот такое мутное. Ну, там уже, оп, вон там болтаются уже. Можно и мне туда заплыть, потому что это уже не волны. Это уже все спокойно. Только теперь вот змей увидела на берегу, теперь я боюсь. А, я же хотела, ой, куда-то наступила, на какую-то змею. Пойду Оксане скажу, пусть на змей полюбуется, пока ее их вороны не утащили. А потом мы пойдем купаться. Завтра я буду дома. Дочь меня ждет. Курочки в духовке приготовит. Познакомилась с одной женщиной из Канады. Ей 75 лет. Выглядит просто шикарно. Ну, может, вам потом ее покажу, если увижу. Хотя на пляже я ее ни разу не видела. 75 лет, выглядит обалденно просто. Красивая, ухоженная такая. Сидела тоже в интернете. У нее есть веб-сайт свой. Она обучает правильному образу жизни. Полицейские пришли, вот девушка полицейский, схватили вот этих цыганок, одну прям за руку и не отпускают. Ну, вели вот. Да, мертвой хваткой, сейчас машину загрузят и все. Ой, кошмар, вот такого я не видела. Вот это они попались. Видимо, строго тут. А? Ударила? Ничего себе. Все, сейчас полицейский участок. Они и так тут ничего заработать не могут. И сейчас их еще оштрафуют. Вот это да. Нет, они их сейчас проверят, откуда, с другого штата. Это не местные. Ну да, они не местные здесь живут. Сейчас всех загребут, которые тут просто живут. Они вот они вот все, знаете, где они находятся? Вот здесь с кафе вот. С кафе? Да, они вот здесь спят. Да, ну, вряд ли. Да, потому что негде. Мне кажется, они вон в лачугах в этих. Не хватает, они спят здесь.
Так здесь ночью-то холодно. Все равно. Прохладно. Одеялом накрываются. Ничего, их там всех повязали. И одну, вторую, еще. Вот это да. Это, по-моему, Мадонна там. Бесполезно, они вырваться не могут, мертвой хваткой вцепились. Ну это с одной стороны тоже правильно. Безопасность лично. Вот они бы с собаками лучше боролись. Цыганки не так опасны, как вот собаки. Разносчики инфекции, и кусают они. И, ну какой-то приют для них были, я не знаю, их как, что-то с ними делали. Собак ничего не возьмут, понимаете? А с людей, с этих они возьмут. Хоть мелочь какую-то. Скот, говорит, хотел поймать с палочкой такой. Скот к нам приплыл. Сейчас я вам покажу. Вон, а да, вон он всплывает. Видно, видно. Ничего себе, а что его сюда принесло? Весь пляж наблюдает за ним. Стоит. Ой. Но вы уверены, что это скат? Мне кажется, это скат. Что-то такое было, его выкинуло. А почему он по верху-то плавает? А? Вот, его бы здесь выкинуло, а он ушел туда в дом. Дальше он. Мало он игривый, а этот как по поверхности. Ну да, если бы это что-то было, хотя и на скаты не похоже. Такое сегодня море. Уже плавают люди на глубине. Спокойно. Не знаю, скат это был или нет, но прямо такое темное, огромное пятно было. Большое. И уплыло куда-то вот туда, далеко. Если бы это что-то было неживое, наверное, приплыло к берегу, прибило бы вот волнами. А он прям против волн туда на глубину и уплыл. То это был такой огромный. Не знаю, видно, не видно было. Снимала я. Прозрачная.
здесь так много интересных камешков встречается. Вот море навыбрасывало. Вот прям они, их много-много сейчас на берегу. И есть такие интересные цветные. Вот этот, например, он какой-то полупрозрачный и внутри как сахарный. Если вам видно. И вот этот, посмотрите, какой цветной. Сейчас я его ополосну от песка. Вот какой разноцветный каменюка. Интересный. У них тут и почва такая красная. И камни всякие вот такие цветные. Мы вчера с Оксаной собирали. А ракушек на выбрасывание вообще вот эта красивая перламутровая, но она уже сломана. Но очень красивая. Прямо вся переливается. Вот из таких ракушек и делают прекрасные кулоны. А иногда их на мелкие кусочки дробят и потом в смолу эпоксидную, и получаются очень красивые украшения. Вот именно из таких перламутровых. Уже побитые вот такие. Вот маленькая. Вот этот камешек прям красивенький такой. Вот я ни на одном побережье не встречала вот чтобы море выбрасывало камни, вот именно камни красивые такие, интересные. А здесь их много. Мы только когда приехали, камней здесь не было, а сейчас прямо вот полным-полно. Я уже немножко набрала домой. Вот если его распилить ровненько, отшлифовать, это будет, наверное, красота неописуемая. Такой камешек интересный. В нем даже что-то блестящее есть. Внутри что-то поблескивает. Он как, вот, прямо много-много блестинок всяких. Смотрите, какой камень. Вот, сверкающее что-то. Какие-то внутри включения. Вот он как сверкает камешек. Видите? Тоже интересный. Станок бы у меня был по распилке камней. Можно было набрать. Так вот, ну что с этими каменюками я сделаю. Так как коллекция просто. Вот такой камень. А вчера мы с Оксаной встретили рыжий-рыжий такой прозрачный камень. Это, наверное, был сердолик. Я так думаю. Не знаю, мы их кучкой так положили горой, потом их, видимо, кто-то забрал, может, раскидали ребятишки. Прям много таких интересных камней набрали. Тоже. Че, вороны, охотитесь на крабиков? Вот таких ракушек здесь вот очень много, вот таких. Наверное, из внутренности из этих ракушек вороны и выклевывает. Потому что они все пустые уже лежат. Вот они. Вон их сколько. Вон сколько. Просто на каждом шагу. Красивая фиолетовая.
Сейчас я ее помою. Какая внутри красивая. А здесь полосатенькая. Такая ракушка, как бабочка. Двустворчатая. А такая красивенькая. Вот еще маленькая такая. Бабочка. В таких ракушечках крабики живут тоже. Они пустые ракушки находят, потом поселяются там. Иногда хочешь увидеть внутри ракушку, а там хоп, клешня такая вылазит. Ну, я вам показывала уже как-то в предыдущих видео. Какая красота! Все цвета сиреневого. Кто-то к ноге прибился. И бледный, и темно-сиреневый, и почти что фиолетовый. Кстати, хочу вам сказать, что мои руки зажили. У меня просто идеальные сейчас руки. Ни одной нет болячечки. Все прямо вот зажило у меня. Посмотрите, какие ровненькие. Сейчас домой приду и начнется. А сейчас прямо красота. Все целенькое, ровненькое, не заусенец, ничего. Ой, какие камешки таскают. Тоже перламутровая, красивенькая. Ой, внутри-то прямо аж горит вся. Красота. Для рукодельниц, кто любит из ракушек какие-то мастерить украшения, кто любит ракушками декорировать, может быть, какие-то рамки или шкатулки, тут просто рай. Вот посмотрите, вся дорожка усыпана вот такими ракушками, просто их море тут. И они ровненькие, все целенькие, как на каточке. Видите, какие красивые. Вон вся дорожка, бескрайняя дорога, такой камень красивый. Разноцветный, все цвета тут в нем. Сейчас его промою. Боюсь просто, что там кто-нибудь уже живет в этих дырочках. Ой, смотрите, дырочка насквозь. Дырочка в камне насквозь.
гвоздь, загадывайте желание и посмотрим с вами через эту дырочку на солнышко. Сейчас я воду из нее вытряхну, а все. Вот, смотрите, какая дырочка. Сейчас мы на солнышко посмотрим, и ваше желание исполнится. И весь разноцветный.